Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас немножечко необычная посылка, потому что сейчас я ее открою, и вы все увидите. На пакетике написано GoPro Holder. Что такого, спросите вы, сейчас вы все поймете. Вот так вот выглядит этот GoPro Holder. Прикольненько лежит в руке. Вот в правой лежит вообще огонь. В левой тоже так ничего. Нормально, как раз под мою руку. Он таких немаленьких размеров. На детскую ручку этот держатель, я вам скажу, будет великоват. Ну, а мне нормально подходит. То есть теперь я, как настоящий видеоблогер, смогу снимать достопримечательности Химаша, Уралмаша при помощи камеры GoPro. В принципе, ребята, ее можно даже и не включать, потому что ощущения острые у вас все равно останутся в памяти. Вот такая вот интересная посылка. Что только китайцы не придумают, чтобы легализовать ввоз всяких разных подобных штучек. Ну, зачет, да, изобретение зачет. Вообще классно придумали, конечно. Давайте я сейчас принесу камеру, и мы попробуем ее сюда установить. Притащил камеру Амков. Кто не видел распаковочку, посмотрите. GoPro у меня, к сожалению, нету. И теперь давайте попробуем ее сюда установить. Вот так вот она, значит, сюда устанавливается. То есть вот эти вот отверстия мы с вами совмещаем и вкручиваем вот этот вот болтик сюда. Вот так вот камера, значит, держится. Все замечательно. Я вам скажу, крепление очень надежное. И теперь, когда в темном переулке у вас попросят позвонить, вы можете смело сказать: дружище, позвонить нету, есть только поснимать. Ну и начать его снимать, значит, на эту чудесную камеру. Я думаю, снимки будут просто потрясающие. Вот так вот, дорогие друзья, очень интересная у нас сегодня с вами посылочка была. Ссылочку на это китайское чудо я вам оставлю в описании под этим видосом. Если видос вам понравился, пальцы вверх поднимаем. Если понравилось изобретение, покупаем его по ссылочке в описании. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Александр. Желаю вам всем удачи, хорошего настроения. Пока-пока.